Харе Кришна, дорогие преданные, мы продолжаем читать песню шестую. Обязанности человека. Глава вторая. Вишнудуты спасают Аджамилу. Текст сегодня 35. Да, я грешник, но теперь, получив возможность исправиться, я обуздаю ум, чувства и жизненный воздух. Я буду неустанно служить Господу, чтобы не оказаться снова во мраке невежества материальной жизни. Комментарий. Такая решимость нужна каждому из нас. По милости Кришны и духовного учителя мы занимаем сейчас очень высокое положение. Поэтому нам нужно всегда помнить, какая это редкая удача. И молиться Кришне, чтобы Он уберег нас от падения. Тогда мы сможем достичь высшей цели жизни. Ом агьяна тимирандасья гьянандрая шалакая чушамритам натасмай шри гуравинама шри чайтанья манобиштам стапитанина будали свам гупакадамагьям дадатисва паданти Вандиам Шри Гуру Шри Утападакамам Шри Гурун Вайшнавамша Шри Рупам Сахраджатам Аганарагнатхамвитам Там Садживам Садвитам Савадрутам Хариджана Сайта Шри Кришна Чайтани Дива Шри Рада Кришна Садам Саганарита Шри Шакамвитам Хе Кришна Каруна Синду Джина Банду Джагатпати Гопиша Гопика Канта Рада Канта Намастати Тапта Канчина Гауранги Ради Вриндавани Шри Риша Бхану Сутаде Прана Мамитарипи Ванча Калпа Трубяща Крипа Синду Бевача Патита Нам Павани Бью Вашна Бью Намо Шримад Бхагаватам, он подобно остальным лучшим, могущественнейшим ангам, служит определенной цели. Такие как поклонение божествам, воспевание святого имени, общение с преданными, проживание в святом месте. И Шримад Бхагаватам изучение анги, они служат определенным целям. Шрила Рупа Госвами говорит, что они приводят нас к разным результатам, которые указывают на то, что мы приближаемся к цели. И это истинные показатели того, что мы приближаемся к цели. Есть не совсем уж истинные, например, дрожь в теле, слезы из глаз, мурашки. Это очень желанно, говорится, что тот, кто воспевает с железным сердцем, не проявляет этих эмоций. Они необходимы, но они второстепенны. А вот необходимые первостепенные, может и последовательность не важна, как они придут, но факт тот, что они нужны.
и они истинно показывают, что мы приближаемся к цели. Это такие анги, как Авиардха Калатвам, например, не терять ни мгновения вне преданного служения, быть сосредоточенным. Манашуньята, свобода от гордыни. Прити статва сати стхали, любовь к проживанию в святом месте. Намигани садаручи, это иметь вкус к воспеванию святых имен. Виракти, отреченность. Кшанти, настойчивость. Вот здесь у нас о решимости Шрила Прабхупада в первом же предложении комментария говорит. Такая решимость нужна каждому. Это кшанти. Самуткантха. Буквально сильная жажда. Сильная жажда. Это где-то брат решимости. Самуткантха. И Шримад Бхагаватам, он приносит один из этих результатов. Как вы думаете, что приносит Шримад Бхагаватам, по мнению Шрилы Рупы Госвами? Изучение Шримад Бхагаватам должно привести, ну, например, подсказка, он говорит, что Авиардха Калатвам, непрерывное преданное служение, приходит к тому, кто общается с вайшнавами. Это они его занимают служение. Они помогают ему как-то не тратить зря время. Шримад Бхагаватам приносит совершенно верно, виракти. Шрила Рупа Госвами говорит, особенно это касается 10-й песни Шримад Бхагаватам, где говорится, если ты хочешь еще иметь отношения с внешней энергией, с материальным миром, тогда не ходи на берег Ямуны и не слушай флейту Говинды, играющего на берегу под деревом Ашватха, Баньян. Виракти, он говорит, что да, виракти. Если мы изучаем Шримад Бхагаватам, фактически мы дойдем, обретя квалификацию, очистившись, идя от главе к главе, преодолевая все задачи, поставленные в них, очищаясь, мы приходим к лицу Господа, это 10-я песня, и, конечно, нам тогда ничего больше не интересно. Вот так приходит виракти. И здесь, благодаря изучению Шримад Бхагаватам, который мы сейчас проходим на 6-й песне, и сюжет развивается до раскаяния, тапы огня внутри, который сжигает все нежеланное. И Аджамила, он осознал, когда потерял, часто такое случается, когда теряем, начинаем ценить. Familiarity breeds contempt. Когда мы слишком близки к чему-то, у нас даже некое может выражаться и презрение даже, если слишком близки. Поэтому Аджамила, он когда расстался с Ямадутами и Вишнудутами, он почувствовал, что чего-то ему недостает. При этом он получил знания, он почувствовал, что ему теперь понятно, кто он, но он в предыдущих стихах начинает задаваться вопросом, а где эти, которые были рядом со мной, готовы меня забирать в места, где я должен был рассчитаться за содеянное, а где те прекрасные, которые представляли Вишну? И он под этим впечатлением начинает осознавать свою жизнь, что у него были родители пожилые, о которых он должен был заботиться. Они достаточно долго прожили, да?
родитель. Ему уже 90, 88. Это он 88 зачал, да? Или это ему было 88? На этот момент ему было 88. Представьте, у него родители, да, неплохо прожили. И он вспоминает, да, когда они ушли, неизвестно. Наверное, кто-то может предположить, были они живы на момент ухода от Джамила? Я понял, что они оставили раньше. Они оставили раньше. И он не заботился о них. И он кается, что был один в семье, и ему... как никому надо было заботиться. И дальше он осознает свое положение грешника. Он вспоминает, что он лжец, погубивший все добродетели брахмана. И на фоне этого он вспоминает, что заслуги, которые у него есть, они пришли к нему благодаря преданному служению, которое он сделал ранее. Если бы я не служил Господу в прошлом, мог бы я грязный распутник, врешали паты, распутник, содержавший женщину, распутник. Повторить святое имя Господа, умирая, будучи на смертном одре уже, это было просто бы немыслимо. И вот так Аджамила предстает перед нами на данном этапе. И Шрила Прабхупада комментирует его слова. Слова такие: «Да, я грешник». Ну что ж, да, грешник. Тамаси, я в невежестве. Андья тамаси, во тьме невежества. Андья во тьме. Но при этом, говорит, раз мне дана такая возможность исправиться, он дает обет, санкалпа, я обуздаю ум, чувства, и что еще? И жизненный воздух. Вот это такая маленькая деталь. Жизненный воздух тоже он обязуется обуздать. Вы обуздали жизненный воздух? Вы не давали такого обета еще? Об обете Аджамилы. Аджамила говорит, что я обуздаю чувства и ум, естественно, и жизненный воздух. Анила. Потоки воздуха в теле. Анила. Если бы прана, может быть, отдал бы жизнь свою. Аджамила обуздал прану, отдал всю энергию Господу. Анила. Потоки воздуха в теле. Что-то скажете по этому поводу? О чем речь? Анила, обуздание потоков воздуха, насколько нам необходимо, как мы достигаем этого, насколько актуальны слова Аджамилы к нам. Он дает обет обуздать ум, чувства и жизненный воздух. Три главные сферы жизнедеятельности, они между собой связаны. Чувства – это вот то, что можно сфотографировать. Человек встал, пошел, да, взял в руки стакан, чувство сделал. Ум подумал. А воздух – это промежуточное. Это захотел встать, и воздух там побежал внутри, в определенные места. И снаружи, может, особо не видно, и мысли тоже не всегда были первыми. Прана, то есть куда идет энергия внутри тела. И все три между собой связаны. И если человек
Хатха-йога пытается через внешнюю телесную деятельность направить прану и мысли. Гьяна-йога и бхакти-йога еще выше через ум, который повлияет. Вы можете заметить, например, если вы, может быть, женщины засыляют нитку в иголку. Как это? Засыляют нитку в иголку. Продевают нитку в иголку. Можно же по-украински. Засыляют нитку в иголку. И вы перестаете дыхать. Чи вы, коли паяете плату паяльником, вы не дыхаете. Никто же не каже, перестань дыхать. Але так, как думка зосередилась, чуття зосередилось, дыхание теж зупинилось. Тобто всі три впливають одне на друге. І навпаки, якщо ви регулюєте дихання, то теж можна заспокоїти розум, можна вплинути на дії тіла. Ці три між собою пов'язані. Ну, а бхакти, так як воно впливає на серце, то воно і емоції, думки, і тоді прана, і тоді дії. Ну, але взагалі-то бхакти всі три сфери скеровує. Ята чи тендріяніла, присвятивши Кришні, ята – це присвячений, можна перекласти. Тоді все стає так, як треба. Тобто посвятив все. Ну, куда наш ум идет, туда и жизненная сила идет, ну, как правило. Ну, в 15 лет, например, когда там гормональный шторм поднялся, очень трудно удержать мысли от потока воздуха. Да, в песне 11 главе, где Кришна объясняет о йоге, Удаве, он говорит о трех фазах дыхания. Это вдох, задержка, выдох. И говорится, что в течение месяца, если на трех фазах солнца практиковать 10 выдохов, 10 вдохов, с задержкой дыхания или наоборот, то приходит обуздание ума. Ну, это мы делаем, повторяя святое имя, хотя перед Гаятри советуют сделать пранаяму, чтобы успокоить сознание. Если правильно повторять святое имя, это, в принципе, приходит. Если танцевать, Шрила Прабхупада ходил на прогулки, говорится, для йога, тоже пранаяма своего рода. Другими словами, все это для сосредоточения. Анила – сосредоточить дыхание, дышать носом, вдыхать носом, выдыхать ртом. В общем, это анила. Потоки воздуха. И так Аджамила обещает и обуздать жизненный воздух. И Шрила Прабхупада говорит, что такая решимость нужна каждому из нас. И какой он обет вместо этого дает? Он говорит, я грешить не буду, я обуздаю, и я буду неустанно служить. Итак, это его решимость, санкалпа, одна из функций ума, принимать санкалпа. Действует ум, основываясь на своем желании, принимает или отвергает. Санкалпа, викалпа, кама, самбава. На основе своей камы, желания, он что-то принимает, а что-то отвергает. Санкалпа, викалпа, калпабья, кама, самбава. Вьявасаятмика будхи, так называют это состояние, вьявасаятмика, решительный. Это стих легенда 2.41, говорится, Шрила Прабхупада, он воспрял на миссию учителя, прочитав этот стих 2.41, Вишванатха Чакраварти Такур комментирует его как необходимость предаться миссии духовного учителя. Вьявасаятмика будхи, экахакуру нандана, бахушака, хинанташа, будья, вьяваса, будая, вьявасайна, да? Нерешителен тот, чей разум многоветвист.
Те, кто имеют одну цель, очень решительны на этом пути. 2.41. Это контекст интересный. С 39 стиха по 53 включительно Кришна рассказывает в Самане, в общем, Даршана, такой обзор общей всей главы, всей Бхагавадгиты. То есть фактически это очень важные такие моменты, которые потом будут раскрыты во всей Бхагавадгите. У нас Бхагавадгита, вторая глава, называется «Обзор», да? Всей Бхагавадгиты, да? То есть давайте посмотрим на всю Бхагавадгиту, просто открыв вторую главу, «Саманья Даршана», общий обзор. Санкья-йога называется также вторая глава. Есть еще разные названия, но Шрила Прабхупада выбрал этот обзор. И обычно финис, коронат опус, конец как бы интересует, делу венец. Давайте посмотрим, чем все это заканчивается. Вот конец этих пяти разделов второй главы, он вот в этом месте, 39-54. Третий включительно. И видите, здесь речь об этой решимости. Весь раздел называется Будхи-йога, Карма-йога или деятельность сознания Кришны. И Шрила Прабхупада, он будет комментировать вот эти важные термины, как будет слышать Арджуна. А речь о Будхи-йоге, которая обещает достижение определенного состояния, состояние преданного Кришны. Сейчас в последнее время преданные говорят об этих стихах. И эти стихи, они рассказывают о этой решимости, о которой Шрила Прабхупада здесь говорит в комментарии. И первый вопрос Арджуны. После того, как Кришна обещает, следуя Будхи-йоге, вот так вот, с решимостью, отдавая себя служению Господу на пути, которой нет потерь. Нигаби Брамана 6, предыдущий стих говорил, протяву йона видяте, салпама пия ся дармася, трайте махато баят. Тройственные страдания тебя больше не будут ожидать, если даже небольшое продвижение на этом пути ты сделаешь. Такое обещание дает Кришна. Он говорит, ну надо с решимостью поставить себе одну цель. Джани Тайгару Чандри, Джай Джаганат Бхадевсу Бхадрамаясу Даршан Чакра. И Арджуне стало очень интересно. Говорит, а как такого состояния можно достичь? Он говорит, если ты будешь следовать, ты достигнешь самадхи. Ститадхир Будхи, твой разум утвердится. Вот так вот, как Аджамила обещает здесь. Ята читендрияни ла. И Кришна ему дает ответ. Говоря, Арджуна, он спрашивает, а как такой человек, он, ну, фактически переводит, может быть распознан. На санскрите это кимбхаша. Бхаша буквально речь, язык кимбхаша. Ну, в общем, переводят, каковы характеристики его, как его можно распознать. Шрила Прабхупада в комментарии обращает на Бхаша, на речь. Он говорит, что главная характеристика пребывающего в самадхи – это его речь. О чем он говорит? Это главное. Все остальное второстепенное пойдет за этим. Так в комментарии он говорит. Все остальное будет развиваться вслед за тем, о чем он говорит. Ким Бхаша. И Кришна ему говорит, стхита праджахати яда каман. Когда он праджахати полностью оставил каман, все вожделение, праджахати яда каман,
сарва партха манагатан. Ибо не руководствуется уже манагатан выдумками, измышлениями, стряпнёй ума манагатан. Атмани эва атмана тушта. Поэтому атмани, будучи таким чистым, атмана тушта, он питает удовлетворение внутри. Стхита праджна тадочьяте. Такого можно называть утвержденным в разуме. Шрила Прабхупада в 53 стихе, он начинает свой комментарий с объяснения, о чем здесь речь. Самадхи. Он переводит. Пребывающий в полном сознании Кришны. Трансцендентное состояние. Начиная комментарий, он говорит, речь идет о том, что такое осознал полностью аспекты Брахмана, Параматмы и Бхагавана. То есть Кришнаид описан в 53 стихе, как в комментарии, так и в стихе. Шрила Прабхупада говорит, таковы признаки человека, осознающего Кришну. Праджахати яда каман сарва партхоману гатан атмани ева атмана тушта стхита праджна тадочьяте. Вот так его можно распознать. Он не руководствуется умом, поэтому не стремится наслаждать свои чувства. Его девиз – не жить ради того, чтобы есть. И не жить ради того, чтобы умереть. Есть, чтобы умереть. Прабхупада говорит, одни живут, чтобы есть, другие живут, чтобы жить, а вы едите, чтобы умереть. Другими словами, наш девиз – это Камасе на Индрия прийти, лабхо дживета явата. Дживася таттва джижна су, на что я ште... Вот такой наш девиз. Жизнь, она не должна служить наслаждению чувств. Скорее всего, чувства должны удовлетворяться настолько, чтобы были силы вопрошать об абсолютной истине. То есть поели, поспали, столько для чувств, смазки, чтобы были силы вопрошать дживася таттва джиджнашу, вопрошать об абсолютной истине или идти по этому пути. Говорится, вопрошать об абсолютной истине – это то же самое, что идти по нему. Таттва джигьясу, джиджнасу. Ну и из четырех вопросов второй мы сегодня тоже упомянем. Это ким прабхашата. Кимбаша, каков его язык, на каком он языке говорит. То есть это в целом переводят, какова его характеристика. И ким прабхашата, какова его речь. То есть язык это одно, а речь это уже другое, да? Как он говорит, приятно или раздражает он своей речью. Он говорит так или он как он говорит, да, вообще? По-разному можно говорить. Хорошие вещи иногда мы не можем подать хорошо. Даже ученые, они думают, как это представить. То есть да, да, проблема понятна. Вопросы очевидны, но как это представить? Как донести это до людей? Это не так, даже можно знать, языки можно знать, но не говорить на них. Или говорить не очень, да? Это искусство. И вот ким прабхашата, это как он внутри реагирует на внешние раздражители. Говорит Бриджан с вами, цитируя Вишвана Чакраварти, Такура, кто-то к нам с любовью, кто-то с ненавистью, кто-то нейтрально. И здрасте, и до свидания. Не люблю, не ненавижу. Что он там думает? Что у нас внутри? Что внутри у нас говорит? Что происходит внутри? Чтобы вас просто, чтобы вы могли лекцию послушать. Много вам попозировал. Не, ну если надо работе, то можно продолжить. И ответ, я даже выучил ответ
такой. Такой человек Дукхешу Анудвигнамана. Он в уме не обеспокоен среди страданий Дукха. Дукхешу Анудвигнамана. Сукхешу Вигатаспреха. И счастьем он тоже не заинтересован. Прабхупад пишет, не заинтересован в счастье. Часто мы удручены. Ах, что-то сегодня не такой день счастливый. И мы начинаем ловить где-то его. На рыбалку идем, кто-то там, каждый по-своему, в общем, ловит счастье. Но этот Сукхешу Вигатаспреха, он не заинтересован в счастье. Но при этом он Вита Рага Бхая Кродха. Он победил рагу привязанность, бхаю страх и кротху гнев. То есть в нем это не говорит, у него нет бхаи страха, кротхи и гнева. Тогда можно не ловить счастье, в принципе. Но если мы еще не победили, вот я не знаю, что вам рекомендовать, это индивидуально надо, но похоже, тогда надо все-таки в благость продвигаться, если мы еще с кротхой, с бхаей, страхом, гневом и с привязанностями, тогда надо, конечно, не трансцендентное в себе воспитывать, а благостное. Можно параллельно, но раги, бхаи и кротхи не должно быть, конечно. И тогда, говорится, такой человек может считаться стхита дхирмуни. Снова. Кришнаид, стхита дхирмуни. Или самадхи стхасия. Тот, кто пребывает в самадхи, чей ум непоколебим. И потом, говорится, в продолжение к этому, второй стих, это 56-й был, следующий 57-й, на этот вопрос, как он говорит, какова его речь, собственно, внутри, как он реагирует на внешние раздражители, в этих двух стихах, 57-й заканчивает ответ. Сарва бхинесна снеха Ятрапья. В общем, тот, кто не... Как там он звучит? На двешти. Стхита дверьми. Стхита? Тася пражна пратишита. Тася пражна пратишита. Тот, кто... Как первая строка? Ябхинандати набхи, сарвабхинанди. Набхинандати надвешти. Это последняя. Набхинандати. Тася прагья пратишита. Я первая. Я сарватра анабхи снехас. Как переводится? Той, кто ни до чего не привязан. Тот, у кого нет привязанности, анабхи снеха. Снеха это такая особая привязанность. Одна из стадий любви нашей, но здесь в другом смысле, он не к хорошему, не к плохому. Шубха, шубха, благоприятно, неблагоприятно, никак не причастен. И он не ликует, когда его хвалят, Абхинанда, и когда его поносят, двешти, когда к нему какую-то ненависть испытывают. Вот это кришнаид. Набхинандати надвишти. Ну, там есть еще, как еще есть два ответа на два вопроса, как он сидит и как ходит. В 58-м, 59-м на третий вопрос и в 64-м на четвертый. Ну, собственно, весь раздел по 72 стих. Из 64-го он отвечает на последний вопрос, как он ходит. В Раджета Ким – это как он занимает свои чувства. Как он сидит – это как он не занимает, а как он занимает – это как он ходит. Ну, почитайте. С домашним заданием хорошо ходить, немножко поработать самостоятельно. Это был… Мы закончим историей и перейдем к вашим дополнениям. Был год 68-й, Шрила Прабхупада был в Сан-Франциско,
Он уже планировал свой отъезд в Индию и лето. Было лето, он объявил, что будет 24 июня уже в Делийском аэропорту. И контекст такой, что первая Радхаятра прошла, Шрила Прабхупада, он болен после третьего приступа сердечного. Ученики, конечно, были все в тревоге. Не только здоровье, но еще отъезд. И мы что-то такое начали грандиозное, и непонятно, что теперь делать с этим. В общем, примерно такое состояние, такое настроение. Шрила Прабхупада говорит, мне хочется умереть во Вриндаване. Умереть хочется. Но при этом Шрила Прабхупада, как и ученики, хотят инициации. Шрила Прабхупада говорит, я дам посвящение, и есть те, кого давно уже рекомендуют. Но на фоне этого были те, которые вдруг, переживая все это, немедленно захотели посвящения. Один из них – это Дживананда. Говорит, я вообще не планировал, но вдруг, когда я услышал об этом всем, когда это все пережил, я подошел к Джанаке, и они меня записали, и я сидел, слушал. Не мое имя, не мое. Джон Картер, по-моему. Третий не мое, четвертый не мое. И на пятом я уже не смог. Я встал и я побежал. И хотя я знал, что суицид, самоубийство – это плохо, я давно не общался с преданными, чтобы осознавать это настолько, чтобы не бежать в Golden Gate Park и не прыгать с Golden Gate Bridge, какой-то мост в парке Золотые Ворота. Но вдруг меня, говорит, остановили. Я уже был на пути, но меня крикнули, сказали, ты куда? Давай, давай назад. Свамиджи хочет дать тебе посвящение. И он вернулся, заплаканный. Джанаки его заводит. Он Прабхупада говорит, не плачь, не плачь. Я называю тебя Дживананда. Дживананда. Блаженство жизни. Дживананда. Живое существо блаженства. Блаженная душа. Это то, как решимость, она проявляется. На фоне таких вот обстоятельств. А Джамила, он был тоже в критическом положении. В положении, когда он осознает свою никчемность, бренность бытия, что время уходит. Мы можем лишиться гарантии. И самое время, осознав это, покаяться. Равиндра Сваруп до этого заполз на четырех конечностях в комнату с вами и расплакался. И он положил на его колени свои какие-то кудрявые, пишется, волосы красивые. Он был такой с чувством достоинства, красивый такой, как-то выдающийся. И он получил посвящение. Но при этом он был известен как ретирующийся, уходящий от свами. Он хотел уйти от общества и практиковать самодостаточно без Шрилы Прабхупады. И когда вот эта ситуация вся начала разворачиваться, болезнь Прабхупады, его желание уехать, и инициации последние, все это как его включило, он забежал в комнату, и все посмотрели, думали, сейчас начнет говорить, что, мол, я остаюсь один, я самодостаточен, и мне не надо ничего.
ничего. Но вдруг он упал на пол, и он пополз. Он расплакался, он извинился, и Прабхупада сказал: не будь глупцом, не уходи от нас, а возьми на себя ответственность за миссию учителя и неси ее. Итак, Шрила Прабхупада, уезжая, он передал эту надежду, передал это полномочие нести миссию. И такова она решимость, и таковы ее источники. С стиха 2.41, как сегодня мы узнали, надо утвердиться в одной цели. Вивасаятмика Будхи – это служение миссии учителя. И попытаться приблизиться к квалификации, когда мы можем не только знать эту миссию, но и нести ее. Это вот 50% два критерия, по которым, так сказать, мы получаем некую форму для того, чтобы нести эту миссию. 2.55, 2.56, 57 можно, так сказать, взять себе на вооружение и преисполниться решимости, размышляя над этими стихами. На этом я остановлюсь. Пожалуйста, ваши вопросы, дополнения. Дуже дякую за ці от вірші, мої улюблені вірші, дуже цікаві про страждання і мову, і яка мова, які реакції. І ви процитували 55-й вірш «Дохкешу анудвігна мана». 56-й, да? Що в відданого такого рівня розум не стурбований, анудвігна, не здвигається, анудвігна. А що в Дохкешу, в стражданнях? А що, якщо страждання в нього не... Якщо в нього страждання в розумі? Тобто в нього страждання не зовні, а всередині. Матеріальним, так? Да? В матеріальному розумі. Не духотворенному, да? Ну, очевидно, тому що духотворений. Не внешнє страдання, а як він тоді може бути анудвігна? Тобто, якщо у нього страдання в розумі, тоді він буде підвержен. Тобто, якщо відсутствие внешніх страдань, да, є. А в розумі страдання? Или вопрос именно, то есть, если не внешние страдания, а внутренние? Не, ну это нормально, это легче. С этим легче, хотя диагноз сложней. То есть это как профессор, знаете, он как-то внешне не так, как внутри. Он сложный, ему надо задачи посложнее ставить. Но не потоньше, поделикатней. Ну, разберется. Значит, он на пути, где грубое уже преодолено, осталось немножко еще тонкого. И что ему делать, да? Если так, то что? То есть это внешне, что из себя это представляет? А что ему делать? Ему надо... Ну, главная функция из пяти разума – это память. Хотя первое – это прамана или самшая сомнение. Но смрити – это главный показатель того, что ты разумный. Ты запоминаешь, как бы ты помнишь в разуме. Надо учиться помнить о том, что не приносит тревоги. То есть надо
учиться помнить. И когда ты больше помнишь о радостном, о красочном, об ароматном, о Прабхупаде, да, даже ученики его уже в 11-й песне, они говорят, что памятование – это то, что имеет форму, то, что имеет аромат, вкусы и даже тактильное восприятие. Это памятование. Вот ему надо об этом помнить. Не то, что приносит ему эти тревоги, а то, что, собственно, в наших объектах памятования нет тревог. Мы воспитываемся помнить о том, что не несет тревоги, да? Вот так вот. Да, Прабху. А вот в наступному вірші 57-му Набінандаті, як він говорить, і відповідь Набінандаті. Він не хвалить буквально. Це як говорить? Чи... Так, як говорить. Кім Прабашита Набінандаті, не хвалить. А, да. Не хвалить. А, Набінандаті. Не хвалить і не критикує, надвешті. Ну, це Вішна Чакраті, так корінь. Не хвалить, як він говорить? Не хвалить, не критикує. Він, от як він реагує на двоєсті з цього світу. Ага. Але ж, як віддані, ми ж хвалимо, ми ж повинні хвалити відданих. Uh-huh. І ми повинні хвалити там служіння відданих, і досягнення відданих, і якості відданих. А там написано «не хвалить». Та там взагалі так перевод «когда його не хвалять». И когда его хвалят или когда его критикуют, он не воспринимает это близко к сердцу. Но это еще с другой, да, это первый раз я слышу, что он не хвалит, а не критикует. Neither praising nor despising. Прабхупад переклад. Neither praising nor despising. А, то, что шубха, а шубха, да? Да. То есть благоприятно, неблагоприятно, он не хвалит, а не... А, ну это ж речь о материальном. То есть он материю не хвалит, материю... не поносит. А что касается духовного, это отсутствие похвалы. Говорит Шрила Прабхупада, духовные желания – это отсутствие желания. Духовная похвала – это отсутствие похвалы. Духовная критика – отсутствие критики. Нормально так? А как вы всегда отвечаете? Как отвечают другие? У нас ще є читання Чайтамріта, де у нас процитована Удава Гіта, 11-та пісня, і там сказано, що з цих двох настанов важливіша остання. Тобто не хвалити, не критикувати, то якщо вже якусь порушувати, то ну, першу можна, от вже другу не критикувати, оцю не можна порушувати. Ага. А вже похвалити, ну то вже не так страшно. Це ж Рамачандра Пурі історія в читанні Чайтамріті. Там Кришна з Каджгосвамі цитує ці вірші «Не хвалити, не критикувати». Це не для того, хто хвалить, опасно, да? А для того, кого хвалять. Ну і теж для чого ми хвалимо чи критикуємо. Тобто, якщо це ваш обов'язок, якщо це ваші обов'язки, то це служіння, але це тоді теж треба робити як служіння, а не для якихось інших речей. Да. Критикувати тот, хто повномочен і хто помочь реально може, хоче, може. Конструктивно, да, учитывая место, время, обстоятельства. Так как мы пребываем в Айшварья Дхаме, Пурушота Макшетре, не будем опаздывать, закончим вовремя, да? Гран Радши Мадбхагаватам Ки Джай, Шрипрабхупад Ки Джай, слава собравшимся. Спасибо за дополнение. Если есть еще... или вопросы, то можно после официального формата продолжить.